К другим темам. В столице действует муниципальная программа «Наш безопасный детский сад», которая рассчитана на 2 года. Сегодня наша съемочная группа проверила, как работает эта программа в детском саду номер 7. Безопасный детский сад – это продуманная среда от входа на территорию детского сада до комфортного пребывания дошкольника в группе и на прогулочной территории. Одно из направлений работы – установка шлагбаумов, система видеонаблюдения, программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг», система оперативного оповещения дежурных подразделений. Кроме того, программа предусматривает своевременную вырубку деревьев, качественное асфальтное покрытие, наличие велопарковок с автогородком. Установлен шлагбаум. Действуют видеокамеры. Их у нас 10. Они находятся по периметру здания детского сада. Также действует система оперативного оповещения дежурных подразделений УВД. Очень рада, что администрация детского сада первая в городе установила шлагбаум с дистанционным пультом управления. Это позволяет усилить контрольно-пропускной режим на территории детского сада. Это очень важно для нас, родителей, оставлять ребенка в условиях безопасности. Информацию с видеокамер могут видеть не только на пульте дежурного, но и родители из дома. В ближайшее время во всех детских садах города будут установлены подобные системы.